Добрый день! Для приготовления пасхальных яиц нам потребуются отварные яйца, охлажденные, белок, яичная кисточка, тарелка, куда все складывать, и красивые салфетки. Салфетки можно взять любые, на белом фоне всякие цветы, птички. Я взяла золотистые салфетки. Рвем их в хаотичном порядке. И будем смазывать яичным белком наши яйца, сверху наклеивать салфетки и закреплять сверху по салфеткам уже опять белком. Когда салфетки у нас просохнут на яйцах, все хорошенечко будет уже сухое, смазываем потом растительным маслом для блеска. В прошлом году мы делали пасхальные яйца, красили при помощи каркаде. Тоже получилось очень красиво. И самое главное, безвредно. Можете посмотреть видео на моем канале. Также есть интересное видео прошлогоднее, как делать пасхальный творог. Очень вкусно получается. У меня там есть на канале, делаю только так. Ну вот, в этом году мы декорируем яйца салфеточками. Такое ноу-хау у нас. Если вы хотите, чтобы яйца получились гладкими, то рвем на мелкие кусочки салфетку и хорошо натягиваем на яйцо. Мы делали такие яйца, как камушки, с эффектом зажеванности, оригинальные. Тогда берем кусочки салфетки побольше.